Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я продолжаю рассказывать о том, как идут дела с торговлей по стратегии Уолл-стрит. Это вот роботизированная торговля с подсказками. Подсказки идут от робота. И вчера поступила новая подсказка, новое предложение о том, что купить акции Netflix. Вот. Ну, сейчас переходим в режим в торговый терминал. Давайте сначала про Illumina, которая предыдущая идея была. Вот здесь была идея ее купить по $300. Я ее купил, она сначала упала. По $320 я ее купил, она упала. Но пришла рекомендация продать, я ее не стал продавать, я ее продержал, и она выросла, и продал по $322, я говорил в предыдущем видео, посмотрите, сейчас она уже $334, то есть, в общем, сказать, можно было еще и даже подержать. Но я решил, что вот здесь это уровень поддержки, уровень сопротивления, и я решил ее здесь продать, тем более, что она уже не входила, в стратегию. И вот вчера пришло сообщение. Сейчас прочитаю. Wall Street. Покупка Netflix на 15% от портфеля по $268. Давайте посмотрим, что такое Netflix. Netflix – это давно знакомая компания, на нее были и структурные продукты, и структурные ноты, она входила, поэтому я о ней рассказывал. Это крупнейшая сеть кабельного телевидения в Америке. Вот, у нее сейчас сорвалась сделка со слиянием с другой компанией, потому что не разрешили антимонопольный комитет их. И получилось так, что у компании Netflix огромные-огромные запасы кэша, тоже очень неплохо. В общем, и поступило предложение купить акции по цене $268 за штуку. Это примерно вот здесь. По цене $268 за штуку. Я вчера зашел вечером и обнаружил, что можно купить по $265 за штуку. Что я и сделал. Я купил эти акции лучше, чем советовал брокер, лучше, чем рекомендации, по $264.94. Мне удалось их купить. Вот, почти по $265. Сразу после этого акции пошли резко вверх. Я купил 15% от портфеля, от 9 тысяч, это примерно $1300. То есть я купил 5 акций. 5 акций вот здесь вот куплены. Сейчас они стоят $282 за штуку. Считаем. Так, считаем. 282. 282,5. Минус 265 равно 17,5 доллара на каждой акции. И если мы умножим 17,5 на 5, 87,5 доллара. Итого, пока рекомендаций продавать их не было. Поэтому держим. Сейчас уже, $90 из тех 300, которые мы потеряли, мы уже, вернули. Вот, сейчас давайте посмотрим график в другом масштабе немножечко Netflix. Вот график Netflix, у него потенциал до 316 где-то долларов. Вполне себе просматривается, то есть еще на $20 он может, повыситься, еще $100 мы вполне можем вернуть. Так что жизнь продолжается, я продолжаю следовать этой стратегии, я продолжаю слушать подсказки и заодно знакомиться с американским рынком, какие акции считаются, в принципе, наиболее перспективными с точки зрения трейдинга.
Буду держать вас в курсе. Ну, а на сегодня все. До встречи. С вами был Демитков Юрий.